Привет. Сегодня 30 ноября 2019 года, от Рождества Христова. Я Евгений Горте. Вот решил записать, так скажем, без особой подготовки первую часть видеоблога, посвященную принципам, которые я хочу в этот мир привнести, делая бизнес. Ну, не только бизнес, то есть я как бы сильно не отделяю бизнес от жизни и жизнь от бизнеса на данном этапе. Вот. Принцип общий такой, что соблюдение баланса, я бы так это назвал, то есть именно божеского баланса. Да. Я сейчас поясню, из чего это состоит, чтобы было, ну, более, так скажем, это все понятно и более понятно, будем так говорить. То есть подразумевает под собой именно принцип это честность или прозрачность, я бы так сказал. То есть полная подача информации всем бизнес-партнерам, участвующим в процессе, обо всех его нюансах, без каких-либо коммерческих тайн и так далее. То есть это как бы вот именно этот принцип. То есть то, что сейчас, ну, как сказать, используются другие принципы, я бы так сказал. Принцип коммерческой тайны. Я как раз предлагаю пользоваться принципом прозрачности. То есть не использовать коммерческую тайну. Опять же, баланс интересов. Я бы так это назвал. То есть, когда оба партнера, каждый на своей стороне находящийся, так скажем, может поставить себя на место другого партнера и решить, так скажем, ну, обсудить в том числе как самостоятельно, так и совместно о том, что интересы должны достигаться общие. То есть выигрыш-выигрыш, грубо говоря, то, что принято, ну, так скажем, ну, есть такой термин выигрыш-выигрыш, не компромисс, так скажем, система взаимных уступок, а именно за выигрыш, то есть найти оптимальное решение для обоих. И третий вид самый милый, я бы так его, может быть, назвал. Третий кит – это не финансовые цели. Ну, очень странно звучит, конечно, для бизнеса, но действительно это не мое открытие. Мне это один очень хороший человек на самом деле как-то закинул. Я тоже долго пытался понять, что это и почему и как. И действительно, цель должна быть не финансовая. Цель должна быть общемировая даже, я бы сказал, не только для людей, а и для Вселенной в целом. То есть, если мы идем к этой цели, если мы, допустим, хотим сделать мир лучше, то уже финансы, они приложатся обязательно, это как 2×2=4. Вот те принципы, которые я хотел бы обозначить на сегодня, на 30 ноября 2019 года. И очень надеюсь получить какие-то отклики от людей, которые заинтересовались, и мы уже можем это в любом формате обсудить, как в личном, так и в видео, так и в переписке, каким угодно образом. Удачи нам всем, счастья, развития, Бог нас во всех. Пока.